Ну, в последнее время, последние годы во всей мировой культуре есть тенденция работать на стыке жанров. Когда артисты, которые достигли и, конечно, мастерски владеют своим искусством, будь то джазмены, будь то классические музыканты или музыканты, работающие в стиле рок-музыки, в силу как бы жизненных своих пристрастий интересуются и другими как бы видами искусства. И сейчас пришло то время, когда музыканты классические, джазовые, роковые, им стало интересно музыкантам джаза, конечно, познать то, что за эти столетия в классике достигнуто. Это гармония, это прекрасное звучание, эти инструменты, которые не свойственны для джаза, скажем, виолончель, там, скрипка, валторна. А классикам, наоборот, они смотрят на джазмена, вот они как свободно играют, никаких у них нот нет, и они самовыражаются, и в результате получается тоже интересная музыка. Thank you.
Thank you.